Дворец культуры металлургов построен в 1957 году. Тогда, 60 лет назад, он был главным местом так называемого соцгорода. Работники металлургического комбината именно здесь любили проводить свое свободное время. Подробнее об этом здании мы поговорим с экскурсоводом Татьяной Регнер. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, вот какая история у этого здания? Его начали строить в 1954 году, когда соцгород еще представлялся большей частью землянки, полуземлянки. И, конечно, сооружение такой красоты для металлургов, оно было настоящим достижением. И люди из этих полуземлянок могли себя почувствовать в настоящем дворце. И вот к 1957 году взметнулась эта красота, симметричная, с обилием лепнины, которая должна была отображать изобилие. Ну и, конечно, главной достопримечательностью является скульптура с названием «Мир» на коньке фронтона этого дивного дворца. Кстати говоря, жители металлургического района никогда не скажут «дом культуры», а всегда скажут «дворец», и встречаются они всегда около дворца. Оно и своим масштабом, и своей симметричной композицией, и 8 колоннами с Каринским орденом, конечно, выделяли среди всего соцгорода, как тогда называли, да и сейчас иногда называют металлургический район. Но во времена сталинского ампира, расцвета его, как его называют, конечно, стали возвращаться в некую историю, в древние классические формы, которым, в общем, и свойственна, конечно, симметрия, осевая симметрия, свойственны украшения колоннами, все как было в древних цивилизациях. Но и вот после небольшого господства конструктивизма, который был до этого очень индустриального стиля, вновь вернулись вот к этим украшательствам. И здесь мы с вами можем их видеть в виде колонн, в виде Каринского ордера, в виде лепнины, которая здесь есть. Кто-то говорит, даже перестарались украсить. Но, наверное, чересчур для таких замечательных мест не бывает. Металлурги должны были свой досуг проводить вот в таком замечательном дворце. На сцене Дворца металлургов в советские годы выступала знаменитая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Здесь также организовывали клубы по интересам и проводили театрализованные праздники. Одним словом, дворец стал местом притяжения для любителей культурного отдыха.